Четырехлетний мальчик гулял, причем без родителей. Компанию ему составил друг. Дети вышли на зебру. В этот момент по дороге ехал автомобиль марки ВАЗ. С какой именно скоростью, не уточняется, но длина его тормозного пути составила 18 метров, и следы шин начинаются всего за пару метров до зебры. В результате автомобиль совершил наезд на одного из детей. К счастью, мальчик остался жив. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был госпитализирован в центральную городскую больницу города Нефтекамска. В данном дорожно-транспортном происшествии ребенок находился без родителей. Просьба ко всем родителям, чтобы присмотрели за своими детьми и учили правилам дорожного движения.